На протяжении 3 лет участковый Алексей Медведев отмечает на подотчетной территории снижение уровня преступности. Говорит, это итог профилактической работы с населением. Пословица «предупрежден, значит вооружен» давно стала для сотрудников полиции девизом. Подомовые обходы, ежедневная работа с заявлениями граждан и встречи с населением – это основные формы работы участкового. Заключительное по результатам 2-го полугодия собрание прошло в Центральном дворце культуры. На нем участковый рассказал об итогах своей оперативной деятельности. За различные правонарушения на территории обслуженных административной ответственности привлечено 119 граждан. Встреча участково-полномочного полиции с жителями – обязательный пункт в работе участкового. Вот такая встреча только что завершилась в Центральном дворце культуры. Участковый отчитывается о своей работе, о том, что они сделали в 1-м квартале, рассказали о криминогенной ситуации, ну и главное, пообщались с жителями. Иной раз приходит на опорный пункт, говорят, а вы знаете, вот там-то, то-то, то-то, а я видела то-то, то-то. И когда начинаешь, как говорится, цепочку все это прослеживать, бывает и раскрывается уголовное деяние. По показаниям бдительных жителей, Алексей Медведев на днях раскрыл ограбление. Злоумышленник попытался завладеть ювелирным украшением. Поговорив с данным человеком, как говорится, проведя определенную работу, человек сознался и был раскрыт по горячим следам, в принципе, за сутки данное преступление, грабеж. Не без участия участкового в торговой точке на Воронке удалось пресечь нелегальное проживание трудовых мигрантов. Они были осуждены и депортированы. Сотруднику полиции помогли все те же жители. Объясняем то, что нужно устанавливать видеокамеры, ставить квартиры под охрану, чтобы люди, как говорится, сами пытались сберечь свое, ну не пытались, а сберегали свое личное имущество. От этого все идет. Медведев не сидит на месте, интересуется, чем живут люди, вернувшиеся из мест заключения, и теми, кто состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В этом ему помогают коллеги из профильного подразделения. Чаще всего, когда совершается то или иное преступление, некоторые граждане, находящиеся вблизи, совершения места преступления, остаются равнодушными. Не сообщают об увиденном полицию. Не оставайтесь наедине с проблемой. Сообщайте о ней участковому уполномоченному. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.